Интересно, тканный рюкзак. А если туда в этот тканный рюкзак воткнуть, например, сундук алмазный? Ну, там слотов определенно побольше будет. Секундочку. Рюкзак. Рюкзак. О! Ни хера себе, 125 слотов. А что, сундук пчеловод? Идти тоже за ногу. Это стекло, да? 45, 100, подожди, а где его? Вот 120. Нифиг. О, еще один рюкзак. Липидоптеролог. Чего? А, бабочек надо наловить. Но тут, по-моему, ближе к реальности. Сачок? Сачок. Серьезно, я могу сделать рюкзак на 125 слотов? Да вы что, шутите? Так. Ну, любая шерсть и куча палок. Вау. Что я тут делаю? Когда я сюда выйти успел? Шерсть, шерсть, шерсть у нас тут есть. Так, во-первых, давайте-ка вернемся на место. Это на место. Бросим. Это на место. Так. Это сюда. Так. Ага, этот пустой. Ясно. Так, сейчас этот пустой у меня убрали. Так, это расфасовали. Тут убрали палки. Палки здесь. Сачок. Так. Сачок. Выглядит как молоток. Осталось поймать, по-моему, 6 бабочек. Блин, сумка на 125 слотов, знаете, того стоит. Она в 2 с лишним раза больше того, что есть у меня. Согласен. Да, вот только где брать бабочек? Нет, вопрос. Я не понимаю. А чё не сажаешься-то? Тростник. Сачок. А тот ли это сачок?
Бабочка. Эй, стой, 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 что там? Анализатор бабочек? Что это за сачок, я понять не могу. Блин, мне бы хоть одну бабочку в нормальном ракурсе. Просто чтобы понять вообще, я могу ее поймать с этим сачком или нет. Потому что я, по-моему, сейчас бабочку просто убил. Но я, между прочим, бабочек ловил, это я помню. Как-то. Ловил. Как ловил, не помню. Вот еще одна летает. Стой! Стой, зараза! Стой! Я пытаюсь понять, то я делаю или не то, или опять в интернет лезть придется. Так, я, по-моему, тупо убил. Блин, что это тупо руками надо ловить? Блин, скелет не мешает. Ты видишь, я за бабочкой гоняюсь. Вот, давайте, давайте между собой там разбирайтесь. Чё-то я... Вот так, да, правильно. Отстань, я зань. Чё тебе надо, ай? Иди сюда. Ты вещи делом, зань. Да. Сачок штука забавная, но что-то я делаю неправильно. Слушайте, ну откуда я брал бабочки? Я же помню, что я их как-то ловил. Точно помню, что мы как-то бабочек добывали. Блин, ну точно же, как-то мы их добывали, но как? Откуда-то они брались? Вот я помню, блин. Откуда брались бабочки? Откуда-то брались? Может быть... Да, будь здоров, спасибо. Блин, ну что этих ребят покупались? Эй! Сам такой. Ты у нас торгуешь поездами. Ты тоже. Что? А, канистр. Так, ты чё? Ты фермер. Угу. Ты кто? Фермер. Полезные цветочки продает. Пчеловод. Пасека. А вот, кстати, медовые соты. Блин, я главное точно помню. Это на пшеницу, да? Нет, надо будет сейчас тогда купить несколько штук. Блин, я главное точно помню, что откуда-то у меня в инвентаре появлялись бабочки. Но откуда? Что я делал? То ли я их как-то случайно фармил, но я специально за ними не гонялся. То есть, то ли, может, я на рыбалке их добывал. Так, давайте-ка посмотрим. Рюкзак. Вот. Где тут
Нет, строитель, землекоп, потерял. Пчеловод. Так, нужны соты. Раз, два, три, четыре, пять. Пять сот. Пять сот. Пять сот. Пять сот. Пять сот. Машина. Пошли покупать. Просто сейчас получится так нехило увеличить размер своих сундуков, то мое почтение... Ой, сундуков, говорю, сумок, это вау. Не хмыкай. Нет, не у тебя. У тебя. В смысле? А что не так? Ну. Подождите. Написано же пшеница. Две. Ну. Что-то я не допетрю. Ну, пшено и пшено. Что тебе не нравится? Два пшена. Подожди, или он наоборот меняет? Двадцать четыре дуба за пасеку. Эй, отдай! Эй! Отдай! Жопа с ручкой! Что-то я не понимаю юмора. Отдай пшена. Нет, явно не то. Чё-то я не понимаю. Имеет принцессу и Оклендера. Или он наоборот дает за медовые соты пшеницу. Бред какой-то. Нет, так конечно, вот это? Нет, вот на это. 24 дуба. Или у нее это. А, подожди, зачеркнуто почему-то. А почему этот размен зачеркнут? Типа он так не работает, да? А у тебя что? Может, надо сначала этот дуб поменять. А у нас есть дуб? У нас есть какой-то дуб.
Отвлекся я, блин. То есть нет, так он не меняет, да? Слушай, а вот этот фермер терял? Нет. Да нет, ну. Да блин, да дайте мне он того засранца. Да, это тоже не работает. Ха, а самый интересный обмен-то он и не фурычит. Смысл это на это менять вообще смысла не вижу. Бред какой-то. То есть здесь тоже самое важное. Блин, ну откуда тогда это бралось? Я же помню отлично, что были и бабочки, были и пчелы. Все это было. Было, было. Точно было. Было, 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 прошло. Может, порыбачить попробовать? Да, у меня тут все рыбные принадлежности рыбацкие того уничтожены были. Чтоб... Откройся, Сим-Сим. С бабочками не получилось, да? Так, забыл, как удочка делается. Удочка, удочка. Удочка. Три палки, две эти. Так, бедрутина. А, ух ты. Сорян. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Нет, я хочу все-таки закончить эксперимент, потому что... Бери. Откуда-то же я брал всю эту хрень, всех этих пчел и так далее. Брал, брал. Откуда-то же у меня все это появлялось. И мне хочется создать этот гребаный сундук. Так, посмотрим, сколько нужно на улучшение. Ого! Нифига себе, автоплавка. Ёлки-палки. Так, морская удача. Что, забыл. Как тут, блин... Так, печать души. Прочность, да. Приманка точно не нужна. Нужна морская удача. Приманка это для именно рыбы. А вот морская удача, это когда тебе просто валит всякая хрень большое количество. Если поставить чисто морскую удачу. Смогу ли я пчел наловить? Сейчас посмотрим. Слушайте, а может сачок нужен не для бабочек, а для пчел? Можно попробовать проверить. Сейчас по карте найти какой-нибудь один ни в чем не повинный. Так, морская удача. Оп. Нужно увеличение опыта поставить в обязательном порядке. 16 надо, да? Короче, на одну удочку надо что-то около 50 уровней опыта, да?
На одну удочку, блин, цветок надо было наверху откнуть, ей-богу. Чини опыта. А зачем мне еще удочки? В принципе, чинить можно. Ну да, действительно. Слушайте-ка, блин. А может, ты не прав очень сильно сейчас. У меня же там, на пирсе... У меня там на пирсе оставался сундук. Вполне вероятно, что именно в этом сундуке все... Показалось. Что именно в этом сундуке... Нет. Тут пластики. Да, и лодки. Давайте-ка сейчас, во-первых, попробуем следующее. Где у нас ближайший, блин, какой-нибудь улей? Ближайший. Да, надо ночью дождаться. Ладно, давайте пока порыбачим. Но откуда-то же, блин, у меня бралась... Так, стоп. Черт побери. Ты что, сдурел? Откуда-то же у меня в свое время... Брались, блин, в арсенале и пчелы, и чего только не было. Может, я их все-таки вылавливал? Может, и вылавливал. Сейчас попробуем. Немножко помедитировать под приятную музыку. Что, нормально такое развлечение? А что такое? А, блин. Правая же кнопка. Ладно, подождем, мы не гордые. Сколько времени было проведено за этой рыбалкой? Седло. Не то. Кстати, рыбачить можно в абсолютно любой луже. На самом деле, даже если вы просто водичку в один кубик поставили, сами из ведра налили, я хочу сказать, пожалуйста, никаких проблем. Рыбалка будет проходить очень даже забавно. Единственное, что минус, когда вы рыбачите в искусственном водоеме, в том, что очень немного удочку забрасывать. Ну что ты? Что за глюки? Потому что, видите, когда ты его бросаешь, поплавок уходит очень сильно далеко, а в искусственном водоеме его начинает глючить очень сильно. Когда там мало места, он начинает там биться в берега, еще что-то из-за этого можно не заметить. Когда нужно подсекать. Это серьезнейшая проблема. Ну алло, рыба, спишь что ли? А чё, за чё тебя не подобрал? Причём подбросить поближе у меня, например, никогда не получалось. Я, правда, себе и задачи такой не ставил. И, кстати, интересный момент. Раньше... А, ну да. Я же сам себе всю графику на минимум поставил. Раньше у меня здесь была анимация. К удочке подплывал такой булькающий след. Был довольно забавно после этого вылавливать седло там. Седло или книжку. Седло подплыло. Почему сейчас это не сработало, а? Блин. Ты серьезно, что ли? Это, конечно, бесит. Вот эта задержка с передачей данных, конечно. Что-то я чувствую, хрен я сейчас тут порыбачу. Вряд ли получится. Из-за того, что срабатывает. С небольшой задержкой. Тут же надо сразу нажимать, как только он дернулся. Особенно без анимации вот этих пузырьков. Блин, уже морскую удачку по***тим. Может, приманку надо было хотя бы один уровень воткнуть. Сейчас выловлю что-нибудь.
Ну что это такое? Ну блин, ну... Ладно. Идея была хорошая, но хрен-то там. Где отсюда? Седло, седло. Да, и седла тогда все пропали. Выловлены. В огромных количествах, блин. А здесь мини-линия? Ой, кстати говоря, не хранил, тут пусть лежит. Стоп! Пауки разбились? Забавно. Не знал, что они умеют. Стоп. А может я в МЕ-сети это видел? Да блин, ну хорошая. Эти кнопки с дверями, блин, надо их... Надо либо двери нафиг себе поубирать уже в доме. К чертовой матери, их многовато, блин. Либо кнопки повыключать. Кстати, как вариант, особенно надо кнопку избавить. Ой. Да один черт не работает. Все. Открытыми стоят. Вот так. А плиты эти все отсюда свалить. Так, ночь. Ночь на дворе, отлично. Вот какая-то подсвещенная, подсвеченная зона, блин. Но это вроде все не то. Вот, улей, вижу. Помчались. Прям ровно на него. Понеслась торпеда. Заодно проверим, правильно ли я помню, что сачок для ульев нужен. Ну где он? Алло. Эй, а где? Минуточку. Я что-то так ошибся? Ну, я мог, в принципе. Ладно, сейчас любой пойдет. Фига себе. И впрямь. Вон оно что, Михалыч. То есть сачок все-таки для ульев, а не для ловочек. Вот тебе пчелы.
Пошли искать тогда что. Ульи. Ульи, 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 ульи. Так, ну вот вопрос. А я вот сейчас, допустим, добыл вот скромная принцесса, низкая порода. То есть мне этого хватит? Сколько я, кстати, добыл? 200. Так, давайте-ка домой вернемся. Так, вот тут, в ту сторону. Будут они у меня добывать? Или не будут? Будет это вообще хоть как-то работать? Сейчас посмотрим. Да, вот то, что ребят, конечно, раздобыли этих жителей, они теперь не торгуют, это, конечно, да, это прикольно, блин. Бесполезные абсолютно ребята. Так, перелет. Угу. Давайте попробуем этот турик поставить где-нибудь. О, мое рыбное место. Здесь я рыбачил. Было дело. Так, знакомые потоки воды. Че, давайте ули где-то тут поставим. Допустим, пасека помс. Трутень. Трутень. Ага. Трутень. Скромная принцесса. Дети какая. Скромная. Блин, я когда путешествовал, постоянно ведь натыкался на эти дурацкие ульи, блин. Все время. Как он хоть выглядит, этот трутень? Давайте посмотрим. Че, Серен, ты на меня согрелся? Что, сдурел, что с такого расстояния? Да, похоже на то. Ты видишь, я делом занят, ты. Уйди отсюда. Трутень. О! Лесной трутень, луговой трутень, обычный трутень. Иди твой налево. Простите, а где его брать? Хоть бы... Написали... нормальных данных. Где брать этого трудня? Пошли искать ули. Раз пошла такая пьянка.